Расскажите, кто вы, Марина, кто вы? Автор этой песни Евгений Пальцев. Такой замечательный наш друг, сценарист, автор многих песен, которые исполняет Эдуард Борисович. Вот. И член нашей большой команды. Сейчас он трудится над сценарием нового спектакля, который задумал Эдуард Борисович, посвященный Одессе. Одессе. Значит, вот мне бы хотелось эту песню спеть, чтобы ее услышал Валерий Леонидович. Вот эту песню. Начинаю я стареть, может статься, память роется в замках и ключах. Раньше каждый отличал ленинградца по особому двоянству в речах.